Всем привет! Меня зовут Татьяна, я партнер компании Skinny Body Care. Решила это видео записать для вас, мои дорогие зрители. По какой причине? При переписке в соцсетях, когда вы пишете мне на страничку, вау, все круто, мы так хотим с вами работать, как вступить в вашу компанию, и когда мы поднимаем вопрос о том, что определяемся с пакетом, у вас начинается ступор. Вы не понимаете, почему при вступлении в компанию вы должны делать какие-то вложения. Что все считаете, большинство из вас считаете, что вы должны просто зарегистрироваться и начать работать. Ну, дорогие мои, я вас хочу огорчить. Нигде в мире нет ни одной организации, нет ни одного предприятия, где бы вы могли просто так бесплатно начать работать, не вложив ни копеечки. Даже будь тот самый пресловутый завод, да, на котором выдадут и материалы, и инструменты для труда, и выдадут вам спецодежду, вам для начала как минимум нужно просто пройти медосмотр, комиссию, за которую вы заплатите деньги из своего кармана. Да, возможно, вам предприятие компенсирует эти деньги, но изначально это именно так. Но мы с вами сейчас говорим не о заводе, а о солидных фирмах. Возможно, это банк, возможно, там, ну, неважно, какая-нибудь солидная компания, солидная фирма. Там абсолютно другие требования, там абсолютно другие вложения в себя. Приведу пример элементарно на своей маме. Моя мама, она раньше работала на предприятии, и в один прекрасный день это предприятие просто-напросто закрылось, и она осталась без работы. Какое-то время она балдела, занималась делами домашними, с бытом, она от этого кайфовала, но все мы прекрасно понимаем, особенно мамочки в декрете, что просто так сидеть дома — это очень тяжело, тоскливо, и хочется все-таки начать чем-то заниматься и перестать зависеть от супруга. Так вот, она решила найти себе работу. И эти поиски затянулись, она не ожидала этого совершенно. Она думала, что все-таки будет намного все быстрее, так как у нее очень богатый опыт трудовой в разных абсолютно сферах. Она очень у меня активная, очень коммуникабельная, она очень легко усваивает информацию, то есть она достаточно легко обучается. Но возникли такие трудности. Самая главная трудность — это была ее возраст. Моей маме 50 лет, и большинство ответов, которые она слышала, к сожалению, вы нам уже не подходите по возрасту. И вот, наконец, ура, ей улыбнулась удача, ее пригласили в один солидный магазин. Так вот, в этом магазине было условие дресс-код: белый верх, темный низ, ухоженный вид, соответственно, нужно. Ну, сами прекрасно понимаете. И моей маме пришлось для того, чтобы приступить к работе, сделать вложение. Это сделать маникюр, прическу, покраска там, да, стрижка обновляется. Мы с ней бегали по городу, облазили, покупали ей брюки, так как у нее немножко нестандартная фигура, и мы не можем зайти в любой первый попавшийся магазин и купить первые попавшиеся брюки. Блузка. А так как в магазине прохладно, пришлось еще купить жакет. То есть на все это у нас ушло 8300 рублей. Ей еще были нужны туфли, но на туфли у нас уже денег не хватило, так как хорошая обувь, сами понимаете, стоит не меньше 3000 рублей. А она решила, что ладно, я поработаю и с первой же зарплаты куплю себе новую обувь. Что в итоге получилось? Она проработала в этом магазине всего 2 дня. Директор магазина была очень-очень довольна ей. Они вообще буквально с полуслова друг друга понимали. Но через 2 дня в магазин приехал супервайзер. Она посмотрела на мою маму, зыркнула, ничего не сказала, пропыхтела. В итоге директор этого магазина прилетела, досталась. И директор вечером позвонила маме, очень сильно извинялась и сказала, что
у них возрастной ценз 30 лет. То есть вы вдумайтесь, заплатить 8300 за то, чтобы вам просто сказали нет. В нашей компании такого не будет. Вам никто не скажет нет. Мы от вас не требуем ни прически, ни маникюра, ни каких-то дорогущих костюмов. У нас нет дресс-кода. Пожалуйста, вы можете работать за компьютером в своем любимом халате, в тапках, с тюрбаном на голове, потому что вам так комфортно. И мы вам не скажем абсолютно ни слова. Нам не важно, какое у вас образование. Нам абсолютно не важно, сколько вам лет, будь то вы студент или вы уже глубокий пенсионер, вам уже лет 65-70, извините. Нам не имеет абсолютно никакого значения. Да, у нас есть первоначальные вложения, но мы вам даем работу, мы вас принимаем, мы вам даем замечательную зарплату, мы вам даем все инструменты. Поэтому я абсолютно не понимаю, почему вы всего этого боитесь. Наверное, привыкли, а может даже не привыкли, просто хотите халявы. Халявы не бывает. Именно поэтому те, кто знает, что у нас нет халявы, работают и зарабатывают прекрасную зарплату. Я надеюсь, что после просмотра этого и видео вы для себя что-то поймете и решите. На этом все. Жду вас, свою команду. Видео получилось немножко длинноватым, но все-таки я надеюсь, что донесла до вас суть, то, что я хотела до вас донести. Ну и до встречи. Всем пока-пока.